Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья. Я позволю себе представиться, с кем я не знаком. Меня зовут Дмитрий Андреевич Эпов. Я с радостью проведу наш замечательный вебинар, он же семинар, на тему постобработки, то есть доводки до ума тех самых картинок, которые мы с вами можем получить. Замечательные связки систем 3D Studio Max и V-Ray. Ну, это же сработает, кстати говоря, и с Mentalray. Не суть важна. В нашей работе сегодня мы будем использовать с вами, естественно, 3D Max, 16 уже, естественно, V-Ray, самый последний раз, последний. Ну, хотя это не критичное обстоятельство, в общем-то, практически любая версия V-Ray сможет сделать то, что нам нужно, как любая версия Max. Но и, разумеется, не обойдется без программы Adobe Photoshop. Я буду использовать не самую свежую версию, это шестерка CS6. Ну, то же самое сработает и в более свежих версиях, разумеется, даже не при преднастройке получше стоят. Это, опять-таки, не суть важно. У нас с вами много слушателей подключено удаленно по вебинару. Дорогие друзья, для вас хочу еще разочек заметить. Я вижу, что вы пишете мне в чате, вы можете в чате задавать вопросы. Потом в конце мы даже небольшое тестирование проведем с вами. И сейчас микрофон у вас у всех заблокирован, поэтому живую пообщаться не получится, но по окончанию вебинара, естественно, все смогут задать свои вопросы, те, кто находится вживую здесь очно, и те, кто подключены ко мне удаленно. Ну а начнем мы с вами с того, что предположим, что у нас с вами есть нарисованный в 3D Max вот такой вот интерьерчик. Ну и мы можем запустить рендер, посмотреть, как он визуализируется. Как видите, здесь стоит достаточно большое количество источников освещения. Вот. Я специально не стал особо, чтобы скорость рендера была приемлемой для нашего вебинара. Ну вот мы видим, как это же рендер. Рендеринг стоит прогрессив, поэтому, когда дело дойдет до самого рендера, это случится, как видите, уже достаточно скоро. Сейчас всего 2 паса стоит, то есть low preset. А вот под когда дело дойдет до рендеринга, нам не придется ждать квадратиков, мы сразу получим картинку, ну пускай не высокого качества, зато всю целиком. И вот на этой конечной картинке почти всегда есть вещи, которые нас не устраивают. Но в первую очередь, конечно, касается освещения. То есть где-то вот там слишком ярко, например, вот здесь мы отлично видим, что пересвечено изображение. Да? Может быть, недостаточно контрастно, где-то темновато, здесь отсутствует, надо поставить какое-нибудь. Ну, скажем так, достаточно в том же самом V-Ray и 3D Max можно очень неплохо обработать это изображение, не выходя ни в какие Photoshop. Особенно те из вас, кто работает с последними версиями V-Ray, но тем более с последней раз последней, отлично знают, что у нас есть такая, я покажу, как разумеется. Как за светом рендерить заново, но это с помощью Reinhardt Mapping вы можете компенсировать сразу. Кстати, за счет чего это происходит? За счет того, что буфер V-Ray-овский, то есть на самом деле сохранены в памяти системы. Вот тот цвет, который мы видим на экране, это 8-битный цвет. Это означает, что от самого черного до самого белого всего 256 градаций. 32, можно сказать, миллиард. Но иначе мы левелов не увидим. Вот мы видим левел. Вот эта отметка единичка. Это означает границы стандартного диапазона. То есть вот это вот 8 бит. Вот здесь вот как раз это 8-бит диапазон. Это вот то, что мы видим на экране монитора непосредственно. А вот то, что за это единичка, это вот продолжение. Оно практически бесконечно. Вот то, что мы в этом продолжении видим вот здесь какую-то зону цвета, это означает, что все вот эти цвета, они вполне себе нормальны, но на экране вы их не увидите, они будут пересвечены. Как раз когда мы отжимаем там ползунок Highlight Burn, мы делаем так, что эти цвета становятся видны. Одновременно их можно отжать и левелы подвинув. Но другое дело, что когда мы двигаем левелы, то есть точку вот эту вот, у нас в целом изображение получается очень темное. Вот раньше в постобработке, если через 3D Max сделал, да, то сдвигали левелы, получали нормальную картинку без пересвета. Ну, а потом как-то кривыми или еще как-то компенсировали яркость обратно. Сейчас можно левелы не трогать, или если трогать, то совсем чуть-чуть, а включать экспозицию и highlight burn понижать. Ну, естественно, никто не мешает то и другое сразу сделать в каких-то долях. Благодаря вот этому механизму, ну, он, конечно, не может там Photoshop полноценно заменить, но все-таки это намного лучше, чем вообще без него. И вот благодаря ему можно в 3D Max, в V-Ray, если в частности говорить, да, уже после рендера неплохо убирать засвет. Это не спасет вас в том случае, если у вас где-то, допустим, насыщенность поднять надо, там, или поярче что-то сделать. Я имею в виду не всю картинку, а отдельную часть сделать поярче.
Но это спасет действительно от засвета. Но если все же надеяться на Photoshop, вот как правильно сохранить эту картинку для Photoshop? Ну, мы знаем, вот у нас кнопочка «Сохранялочка». И если вы сохраняете картинку, давайте я сейчас сохраню папочку себе. Надо этот момент прояснить сразу. Где у меня была папочка? Вот она. Ну, я еще одну папочку сделаю. Многообещающую. Так вот, если я сохраняю картинку в обычном JPEG, а что такое JPEG? JPEG — это 8-битный формат. Это означает сохранить только то, что увидите непосредственно на экране вот здесь. То есть, если где-то белое, оно сохранится как белое. Поэтому, если я сохраняю в формате JPEG, ну, не обязательно JPEG, может быть, там BMP какой-нибудь, богомерзкий PCX, там, все что угодно. Но, как показывает практика, люди обычно JPEG используют. Вот я сохранялся в JPEG. Ну, а теперь я открываю эту картинку в нашем любимом фотошопе с целью что-нибудь там с ней сделать. Ну, допустим, сделать ее не такую засвеченную. Но, кстати говоря, да, замечательная проблема. Сейчас мы ее воочию видим, когда V-Ray при сохранении ошибается с выводом гамма. Придется ее пересохранить. Когда вы сохраняете с V-Ray, если он начинает дурить, сохранять картинки пересвеченные, есть несколько способов поправить. Ну, например, вот здесь включить V-Ray гамма 2.2 приблизительно. Это бывает в старых работах, в которых гамма не настроена при сохранении. Неважно. Просто при сохранении. Переоткрою ее в Photoshop. О, Photoshop. Да ладно. Странно. Ну-ка еще разочек. Это что за ерунда? Ладно, ну сейчас Photoshop по-другому тогда сделаем. Честно говоря, очень удивлен такой реакцией Photoshop на этом компе. Ну почему-то не хочет применять правильную настройку гаммы. Это не беда, можно было сейчас в Photoshop ее подвинуть. Ну, мы видим с вами, что здесь на картинках все в порядке, да, но при открытии Photoshop начинает дуриться. Ладно, ничего страшного, это лечится вот так вот. Мы сейчас зайдем в экспозицию, поставим гамму 45-45. Все будет хорошо. Ну, странноватый глюк, хотя ладно, да, ничего не могу сказать хорошего об этом. Это уже что-то Photoshop на этом компе. Не проверил, как он 8-бит открывает картинки. Что мы видим? Ну вот оно изображение, да, 1.1. И если вот здесь у нас пересвет, сейчас его убрать уже не удастся, потому что сохранив 8 бит, мы обрезали навсегда избыточные цвета, которые на экране не видны, но не могут появиться при правильном экспонировании. То есть какую бы там мудреную команду я ни применял, скажем, яркость, контрастность, вот я понижаю яркость, и что я вижу? Да, там появляется какой-то цвет, но это выглядит на редкость убого. Потому что если где-то что-то засвечено, оно просто становится серым. Информации нет, то есть он не может вернуться, абсолютно верно. Если я применяю команду экспозиции, которая имитирует как бы работу 32-битных изображений, то же самое, что бы я здесь ни двигал, это просто серый цвет. Потому что мне неоткуда взять информацию. Вот. Поэтому если вы надеетесь в Photoshop потом убрать засвет, это не получится. Особенно при сохранении JPEG. Какие форматы в этом случае нам могут помочь, если нет JPEG? Вот если вы хотите потом иметь возможность дообработать картинку и цвета привести в нужное вам состояние, убрав засвет, уже в Photoshop. Есть, например, форматы, так называемые 32-битные. Это форматы, их много. Но самый известный, наверное, это TIFF, потому что вообще такой очень распространенный формат в работе. TGA тоже весьма известный формат, тоже 32-битный сохраняет. Очень широко применяемый формат, это, конечно, так называемый EXR. Photoshop его научился нормально открывать. Более того, формат EXR умеет даже сохранять слои. Хотя, к сожалению, Photoshop открывает слои в EXR умеет только при наличии плагина за $95, называется Pro EXR. Поэтому сохранять слои получится, открыть не получится. А так было бы чудо, как хорошо, кстати говоря. Сейчас мы поговорим об этих самых слоях. А вот формат EXR, он очень удобен именно сохранением слоев. Но, к великому сожалению, Photoshop, даже самый последний, который 2015, EXR открывает все равно только один слой основной, дополнительно открыть не может. Плагин, дополнительный платный плагин ценой $95, называется Pro EXR, эту проблему решает, но это придется платить отдельные деньги. Поэтому сегодня мы об этом говорить не будем. Я использую формат TIFF. Вот.
Кстати говоря, до 32 бит настройки гамма не будут иметь значения, поэтому я даже не буду в него лезть. И вот я его сохраняю, этот самый тип. При сохранении тиф просит меня указать, какую глубину цвета вы желаете получить. 8 бит означает, что будет сохранено, в принципе, то же изображение, что и в JPEG. Но в нем не будет компрессии, то есть сжатия. Поэтому в полиграфии считается это лучше. Потому что четкие линии сохраняются четко. Рисунки, узоры, все сохраняется идеально. Хотя для визуального восприятия картинки это не будет иметь значения. Только при печати, там, если, не знаю, под микроскопом разглядывать. Но нас интересует 32-битный цвет с плавающей точкой. Вот он, это максимальная глубина цвета. То есть это сохранен будет настоящий цвет, как он должен быть в вашем изображении. И вот я его сохраню. Такое изображение занимает, понятное дело, больше места, но, в общем-то, это нормально. И вот я его открываю. Как видите, Windows не может изображение вывести в виде картиночки, это нормально. Как видите, сейчас оно открылось нормально, без всяких глюков с гаммой. Я ничего не шаманил, оно как есть, так есть. И в чем же преимущество? Потому что, в принципе, оно вот одно и то же. Я вам начну с того, в чем недостаток. Недостаток в том, что вы не можете применять ни одну команду Photoshop такого. То есть все вот команды из диалога Adjust, все фильтра, они будут заблокированы. Ну, почти все. Потому что, к сожалению, к 32 битам многие фильтра и большая часть команд, даже такая банальная, как яркость, контраст, применять нельзя. Можно применять в 16 бит. Это такое промежуточное состояние между 8 и 32. Но в 16 бит изображение так просто будет сейчас переделать. Ну, а в чем, как говорится, профит? Ну, во-первых, в кнопке экспозиции. И в кнопке HDR Toning. Что они делают? Экспозиция может делать изображение темнее или светлее. Но только теперь экспозиция имеет доступ ко всем цветам, включая те, которые вы не видите, но имеются. Например, вот здесь. Помните, в тот раз я двигал экспозицию, получалась такая очень мерзкая папка здесь, да? Заметьте, если я сейчас двигаю экспозицию, изображение становится абсолютно адекватным. Оно просто становится темнее, но оно сохраняет цветность. То есть, если, грубо говоря, у вас там где-нибудь зеленые обои в горошек будут засвечены в белых, и вы экспозицию сдвинете влево, у вас вернутся обои в горошек, а не просто серое пятно появится в этом месте. Вот основное отличие. Есть еще понятие гамма-коррекция, гамма-компенсация, она тоже начинает сдвигать оттенки. Но здесь, в общем, хватит одной экспозиции, я немножечко понизил. И вот я получил, в общем-то, сразу отсутствие пересвета. Хотя, как видите, все остальное провалилось в темноту. Но существует множество вариантов, как обработать только данную часть изображения, начинает банально взять и вырезать ее в отдельный слой, и заканчивать более хитрым способом. Например, есть такое понятие, как HDR-тонинг, HDR-тонирование. Эта функция, она здесь же находится, она включается в двух случаях. Во-первых, при вашем желании ее активировать. Во-вторых, при переводе изображения в 8 бит. Автоматически отключится. Сейчас мы об этом поговорим. Тем не менее, я делаю HDR-тонинг, что я вижу? Это вот такая команда, весьма мудреная, которая пытается воспользоваться всеми цветами, которые у вас есть в изображении. Сюда говорит, я знаю, что изображение сохранено в истинном цвете. И есть всякие такие хитрые цвета, которые ты не видишь, но они у тебя присутствуют. И вот если хочешь, их можно задействовать. И она предлагает разные режимы задействования этих цветов. Ну вот, например, экспозиция и гамма. Здесь мы получаем, по сути, тот же самый диалог, exposure, который вы видели только что. Та же экспозиция, которую можно менять. И та же гамма, которая теперь все это готова осветлиться. Вот как видите, если я немножко влево скрутил экспозицию и немножко вправо поднял гамму, то я одновременно, в общем, как говорится, и волки целые оптисы. Вот. Вот, смотрите, что было, что стало. С одной стороны убрали засвет, а с другой стороны немножко приподняли тени. Но если потерялась контрастность, это, в принципе, наплевать, потому что потом команда brightness контраст спасет нас обратно. Или там карус какой-нибудь. Если вы хотите, чтобы просто все засветы убрались, есть такое понятие highlight compensation, специальный режим, он вообще вопросов не задает, просто засвет убирает, короче. Дословно переводится убрать засвет. Включили, засвет исчезнет.
Но они исчезнут полностью, поэтому это не факт, что красиво. Вот. Но эквалайз гистограмм ничего интересного не даст, даже буду пытаться сейчас увидеть в эту особенность. А вот local adaptation. Вот это вот интересно. Local adaptation – это как раз вариант, когда применяется экспозиция отдельно к каждому кусочку изображения. То есть под локальной адаптацией понимает, что берутся отдельные части, и для них персонально высчитываются вот эти поправки. Вот. Притом тут сразу даются настройки, такие как гамма, экспозиция и, вот интересная настройка, детализация. Плюс дается еще возможность, если нужно кривую поправить сразу по ходу пьесы. Таким образом, подправляя гамму, меняя экспозицию больше-меньше. Вот, я добиваюсь того, что у меня контрастность не сбивается сразу же, она остается. Вот я сделал поменьше экспозицию. Можно поднять детальность. Но, как видите, при повышении детальности получается такая странно жженная картинка. Идея в том, что сейчас радиус стоит 20 пикселей. Это означает, что каждую границу, вокруг нее 20 пикселей, система доводит до ума. Если сделать радиус меньше, допустим, 1 пиксель, мы получим вот такую довольно интересную жесткую картинку. Но не обращает внимания на шум. Если взять тоже изображение от рендеринга качества, этого шума не будет. Сейчас мы его возьмем. Вот. Ну, в общем, благодаря настройкам локальной адаптации можно очень интересно подкручивать наше изображение финальное. Ну и плюс, как видите, он предлагает сразу усилить или ослабить тени, усилить или ослабить блики, отрегулировать сочность и насыщенность цвета. А также, если нужно, отрегулировать кривую цветопередачи. Вот я сделаю изображение немножечко посветлее в темной зоне. Ну, сейчас детализация избыточная, конечно, стоит это себе понимать. Ну, по-первых, вот так. Ну, поскольку мы не ставили какую-то конкретную задачу по обработке, но видно, что мы брали засвет вот эти неприятные, да, и вытащили из тени детали, которые могли не видеть. Но, что важно, до сих пор это 32-битное изображение, поэтому много чего с ним сделать нельзя. Например, не получается применять некоторые фильтра. Хотя он Sharp Mask применить можно, к счастью. Нельзя применять всякий brightness контраст традиционно. Поэтому можно в любую секунду сделать мод 16 бит или 8 бит. При переводе 8 бит опять появляется диалог хабертонинга, придется еще раз через все это пройти. Если мы выставим exposure and gamma, означает ничего не делать, все как есть, так сохранить. То есть если вы не хотите, чтобы он еще раз что-то там поменял, просто выставьте exposure gamma по умолчанию, это означает не меняет, все как есть, сохранить остается. Ну и вот я нажимаю ОК. Ну а теперь у нас 8 бит, то есть как вот если мы JPEG сохранили. И теперь все команды доступны. Можно brightness контраст сделать. Контраст теперь поднять чуть-чуть. Ну или не чуть-чуть. Вот. Вот этот вот вариант сохранить 32 бита, чем он хорош. Вы можете гарантированно изображение потом доработать по яркости, как захотите. Поэтому если вы долго-долго рендерили какую-то картинку и хотите себе гарантировать возможность Photoshop потом широко ее менять, сохраните в формате TIFF 32 бита, и постобработка у вас будет очень весело. Но это только начало. Поинтересуюсь, есть ли у тебя какие-то вопросы? Всем ли понятен ход наших действий? Отлично. А вот теперь продолжение истории. Есть более сложная засада. Это когда мы выполняем так называемый поэлементный рендер или поэлементная сборка. В чем суть? Наша картинка содержит в себе определенные детали, элементы. Это прямое освещение, глобальное освещение, блики, прозрачность, отражение и некоторые другие, например, самосвечение. V-Ray, как любая другая система рендеринга, устроена следующим образом. Она все эти части, то есть основной свет, глобальный свет, отражение, прозрачность, она их просчитывает по отдельности. И вот то, что вы видите в конце под названием RGB Color, это сумма всех этих элементов. При желании
мы можем отрендерить эти элементы отдельно. То есть мы можем сделать картинку с вами из отдельных элементов. В одном будет только свет, в другом будет только блики, в третьем только прозрачность, в четвертом только отражение. Каждый в отдельном слое. И потом собрать в Photoshop. Есть предположение, что он с вами это даст? Ну, мы сохраним 32 бита, естественно. А главный плюс этого, мы сможем отдельно контролировать все эти явления. То есть, если, скажем, сейчас в Photoshop я хочу сделать все поярче, это ради бога. Но если я хочу только отражение вот эти вот сделать посочнее, вот чтобы ножки, хромированные ножки больше блестели. Ну, какие варианты? Только выделять их. А если бы у меня был отдельный слой с отражениями, что можно было бы сделать? Взять этот слой, сделать поярче, все, вопрос закрыт. Фактически, страшный план выглядит вот так. На выбор один из двух вариантов. Или более простой, или более сложный. Объясню, что здесь написано. Это секрет сборки RGB изображения. Финал RGB – то, что получается в итоге. На самом деле, все обстоит вот так. Нижний вариант. То есть, V-Ray сначала рассчитывает так называемый диффузный цвет. Диффузный цвет – это вот такая картинка. Я вам ее сейчас покажу, потому что у меня уже есть предпросчитанное все это. И сейчас я хочу вам показать готовые изображения, причем их именно в Photoshop надо открыть. Воу-воу-воу-воу-воу. Не так быстро. Вот это называется диффузный фильтр. Диффузный фильтр – это ваши все текстуры и цвета, но видите, они без освещения. Освещение вообще нет никакого. И потом V-Ray, ну или 3D Max, Mental Ray, он эту картинку, ну, правильно говоря, умножает на так называемую raw lighting, чистая освещенность. То есть он создает вот такой слой хитрый, который называется raw lighting, чистая освещенность. Давайте мы поищем здесь. Как видите, здесь нету текстур, нету диффуза. Здесь чистый ровный свет на сером материале. И вот их произведение, то есть результат вот этого плюс вот того, это получается диффузный цвет плюс освещенность. Есть более простой вариант, есть такой слой, называется лайтинг. Это как раз вот это плюс вот это. То есть вот сумма вот этого, а вернее произведение вот этого, называется лайтинг. Поэтому вы в Photoshop можете как сделать. Можно либо вот более сложным путем пойти, но это потребует некоторого дополнительного навыка в фотошопе. Два слоя перемножить, чтобы остальные не закрылось. Скажу честно, ничего сложного, но сейчас люди не знают, как сделать поначалу. А можете просто взять слой лайтинг. Там уже все это будет просуммировано. В чем минус такого подхода? Взять сразу слой лайтинг. Слой лайтинг выглядит вот так. Как видите, я не поленился его тоже отрендерить. Слой лайтинг выглядит следующим образом. Вот. Это как раз вот диффуз плюс освещение. Ну да, это и есть диффуз, то есть цвета вашей текстуры плюс свет. Видите, как интересно, да, он выглядит. У него нету прозрачности, нету отражений, нету бликов, нету самосвечения. И нету глобального освещения. Почему такое темно? Потому что потом берутся еще два слоя. Берется опять слой диффузного фильтра, вот тот самый, где только диффуз. И он умножается уже на Global Illumination. Есть такой отдельный слой, называется Global Illumination. Это, конечно, все очень мудрено сейчас звучит, но по факту ничего особо сложного. Тем не менее, есть такой слой, называется V-Ray Global Illumination, RAW Global Illumination. Вот так он выглядит. Его, кстати, можно подблюрить, там, почистить, убрать шумы, там, если они появились. И вот они, перемножаясь, вот этот на этот, дают вместе такой слой, называется просто GI, Global Illumination. То есть вот вы можете либо вот такие вот более сложные сборки использовать, либо более простые сборки использовать. Главный плюс, когда у вас отдельно идет фильтр, отдельно GI, и отдельный фильтр, отдельно лайтинг, то что можно подкручивать сам свет, не затрагивая при этом изображение диффузным. То есть, грубо говоря, если вот именно свет яркий, можно его подуменьшить, а диффуз останется какой-то. А так, если вы будете крутить слой лайтинг, вы будете одновременно уже диффуз вместе со светом подкручивать.
понимать отличие. Да? Но несущественно, кстати говоря, 90%, если не 99% пользователей, если собирают слои, то вот по этой первой схеме, без умножения вот этих вот двух компонентов друг на друга. Ну, такое вообще. Дальше все просто. К ним добавляются спекуляр, то есть блики, рефлекшн, то есть отражение, рефракшн, то есть прозрачность, и получается финал RGB. Ну или в более простом варианте все то же самое добавляется, только вот без этих умножений сложных. Что интересно, есть некоторые дополнительные слои, которые можно задействовать. Это слой, который показывает глубину изображения. Это слой, который дожигает такие хитрые псевдотени. Называется Ambient Occlusion, он же по-другому V-Ray. Это хитрый слой, который позволит легко выделять объекты в одним щелчком. Так называемый Render ID, похожий на него, там, материал ID, Object ID. Плюс есть такие хитрые слои, называются Light Sync. Они позволяют записать освещение в себя только от одного светильника. Вот смотрите, они выглядят примерно вот так вот. Сейчас я позакрываю все ненужное. Ну, вот типа. Вот этот вот Light Select только от спотиков. А это Light Select только от люстры. А это Light Select только от торшера. А это Light Select только от брашка. Зачем такие слои нужны? Добавляя их, вы сможете усиливать освещение от одного конкретного светильника. То есть, если вот вы сомневаетесь, насколько яркие делать брашки, ну, сделайте их не очень яркие. И отрендерить отдельно Light Select слой. Это, кстати, срабатывает даже с обычными JPEG-ами, с 8-битами, если вам хочется не заморачиваться со всей этой хренотенью, а сделать по-простому. Но вот вы не уверены, насколько ярко вам брашку делать. Ну, сделайте Light Select слой, просто обычный RGB и отдельный Light Select. И в Photoshop положить Light Select поверх RGB, и вы сможете делать ярче или темнее свет от брашки. Но нет, темнее не сможете, только ярче. На самом деле темнее тоже. Для этого придется делать изображение черно-белым, инвертировать его и наложить в мультиплайер. Тогда он будет не сложно ставить, а вычитать. И при вычитании будет как бы ослабляться как раз свет. Но это будет немножечко криво смотреться в сравнении с тем, как можно было бы изначально избежать этого. Но это все равно крепенько. Ну и вот давайте посмотрим сейчас, дорогие друзья, как же это все делается от и до. У меня уже есть отрендеренные картинки, но было бы нечестно сунуть вам их и сказать, вот типа, давайте как есть. А как это сделать в Photoshop, разберемся потом. Как сделать в Max, разберемся потом. Поэтому я вам покажу процесс в Max, он несложный. Вы можете дома взять любой свой интерьер, который у вас уже есть. А можете нарисовать просто какой-то там шарик-чайник. Ну, только сделать их блестящими, отражающими, преломляющими. Чтобы задействовать все возможные свойства, так интересно. Пару светильников добавить. А потом залезьте в диалог, который называется Render Elements, то есть Render Elements. Render Elements – это и есть диалог, позволяющий скомпоновать список элементов рендера. Ну или, как мы говорим, слоев. И вот по команде add мы будем добавлять эти самые слои. Как видите, их много. Но какие из них самые главные? Но если идти более простым путем, вот этим, да, ну, это, соответственно, lighting и все. Более сложным, diffuse filter of lighting, diffuse filter of green. Я могу добавить и так, чтобы показать вам, как они работают. Но я бы вам советовал первый вариант без заморочек с отдельными вот этими сепаратными умножениями. Они не так много дают, как можно было бы ожидать от них. Хотя, да, если убирать там засвет, в некоторых случаях это бывает полезно, иметь rough lighting, rough green с фильтрами отдельно. Ну, такое, короче. Не сильно заморачиваемся с этим. Вот, если делать по-простому. Вот, V-Ray Lighting, V-Ray Global Illumination, V-Ray, давайте ищем, Reflection Refraction. Не путайте с Reflection фильтром и так называемым Rough Reflection. Там тоже, кстати говоря, с Reflection и Refraction есть вариант проще и сложнее. Есть просто так называемый Reflection. А есть рефлекшн фильтра плюс рефлекшн. Тоже с умножением срабатывает, как вот здесь. Но это совсем уже мозголомная затея. Она ничего особо не делает. Просто обычный рефлекшн. Дальше спекуляр и self-illumination.
Всего 6 слоев. Это не так много. Вот это вот базовая основа. Вот. Они описаны в хитром плане, то есть Lighting, GI, Self-Lum, Specular, Reflection, Refraction. Все есть. Если Photoshop потом показывает вот этот вот вариант дополнительный, ну, я не поленюсь его показать, хотя я не считаю его особо полезным, тем более поначалу людям морочили голову, это совсем нехорошо, такой затея. Тем не менее. Давайте я добавлю еще 3 слоя, которые мне потребуются, если захочу показать вот такой хитрый ход. Это какие надо добавить? Это диффуз-фильтр. По умолчанию диффуз-фильтр уже содержится вот в этих слоях. И там, и там. И к нему тогда Rough Lighting и Rough Global Illumination. Что значит Rough? Сырой. Raw. Сырое, то есть сырое освещение. Значит, сырое, то есть неумноженное на цвет. То есть без учета диффуза, короче говоря. И Global Illumination тоже без учета диффуза. Вот и добавил эти 3 слоя. Что еще добавить бы такого? Ну, есть такой трюк с тенями. Есть слой, который называется Shadows, тени. Его иногда считают нужным, хорошим, потому что думают, что он типа тень дает. На самом деле тени уже есть. Тени, они уже будут у вас сразу. Да слой с тенями ничего особо не дает. Он дает не тени, а то, что было бы, не будет там теней. То есть он их убирает, а не добавляет. Поэтому для убирания теней он полезен. А для добавления никак. С ним, правда, можно сделать хитрость. Можно его инвертировать, то есть сделать наоборот. Попытаться добавить. Ну, скажем прямо, это не всегда срабатывает как надо. Тем не менее, добавляют слой. Вот. Невероятно полезны слои Light Select. Вот этих Light Select я сейчас добавлю аж 4 штуки. Вот они. 3 добавлю. Давайте 4 добавлю. И я их переименую. Вот эти слои требуют настройки. Как видите, у этих слоев, в отличие от других, необходимо кое-что настроить. Ну, во-первых, у них название поменять надо. Вот это я назову Light Select main. Это я назову Light Select Spot. Это я назову Light Select Bra. Это назову Light Select Floor Stand. И теперь в каждый из Light Select команды Add можно добавлять светильники. То есть говорить, какие именно источники света нам будут сохранены. Есть такая хитрость. Нажав Add, типа, надо тыкать мышкой по светильнику. Затея дурацкая, светильников очень много может быть. Поэтому запомните на клавиатуре такую годную, хорошую кнопочку, букву H. Она позволяет во всех случаях, не только здесь, когда от вас 3D Max требует куда-то тыкнуть, нажать букву H и выбрать из списка. Я нажимаю H, и вот сразу появляется список. Это что у меня? Это main. Значит, вот main lamp. Как видите, я не поленился назвать лампочки, чтобы не перепутать их потом. Тык. Spot. Add. H. Здесь будут и ESC. Теперь бра. Здесь будут брашки. Не скажу, что вот так стоит заморачиваться прямо с каждой работы, но бывают какие-то работы для портфолио, которые хочется сделать красиво, и там действительно приятно очень их довести до ума вот таким вот образом. Ну и последнее, это у нас вот эта вот лампа напольная. Все будет. Ну, вот это вот основной набор слоев. Есть еще такой трюк, им сейчас редко пользуются, потому что появилась возможность сделать то же самое относительно по-честному. Вот в диалоге Global Illumination есть такая функция, называется Ambience Occlusion. Это такие псевдотени фальшивые, которые подрисовываются вокруг всех объектов. Из минусов, если ты ее включил, ты ее убрать уже не можешь, я имею в виду с отрендеренного изображения. Есть ее замена. Довольно мудрено. Добавить слой называется экстра текстура. И в эту экстра текстуру зарядить карту V-Ray Dirt, V-Ray грязь. Кстати говоря, очень старый способ. Потом, елки-палки, этот V-Ray Dirt перетащить в редактор материалов. И настроить его. Как? Радиус побольше. Это вот насколько далеко от объекта будет прорисовываться тень от него фальшивая.
Ну, там 30-40 для интерьера нормально. И побольше сабдивов. Все достаточно. И у вас получится слой с псевдотенями. То есть это то же самое, что окклюжен. Что плохо, глючно работает с прогрессив рендером. Только с обычным адаптив рендером работает хорошо. Но еще один слой я добавлю, очень тоже любимый многими. Он называется Render ID. А он показывает контура всех предметов, чтобы их можно было легко выделять в Photoshop. Вот его всегда стоит добавлять. Render ID. Хорошая новость, дорогие друзья. Все вот эти слои, ну, правда, кроме экстра текстуры, не расходуют время рендера вообще. Поэтому вы их можете добавлять во все ваши работы без проблем. Более того, вы можете сохранить пресет, так называемый, Save Preset, там Layers или Render Element, и в пресете сказать, чтобы он сохранил только элементы рендера, все, больше ничего. Это означает, что в следующий раз, тыкая по этому пресету, вы будете эти элементы в любой ваш проект загружать, уже не настраивая их заново. То есть теперь в любом проекте достаточно будет открыть пресет и выбрать Render Element, нажать Load. И он тут список загрузит, не меняя других настроек. То есть все прочие настройки останутся, какие были, их загрузятся. Поэтому, в принципе, если вы хотя бы раз сумеете это дело настроить, то потом, чтобы включить его в любом проекте, достаточно будет одну кнопку нажать и нажать Load. Это вот сейчас так долго, конечно, расписано, да? Фактически это быстро очень делается. Идея понятна? Окей. Ну, вот слой с экстра текстуры, с диртом, довольно сомнительно полезно сейчас будет иметь. Тем не менее, пускай будет. Ну, и я нажимаю рендер, давайте смотреть, что получается. Вот, процесс пошел. И вот они, элементики-то. Кстати говоря, еще два. И этажность. Пока, как видите, альфа-канал не действует. Он говорит, пусто. Это потому, что до рендера, честно говоря, еще дело-то и не дошло. Для разборки давайте отключаем все галочки, экспозицию. Вот. Сейчас дойдет дело до конца, пойдет прогресс, и мы сразу эти элементики все сможем с вами увидеть в лучшем виде. Бац, пошло. Ну, насчет лучшего вида я погорячился. Первые там 20-30 пасов никакого лучшего вида представлять себе не будет, я боюсь. Но, тем не менее, у меня они есть отрендеры, их хорошо там, бешеное количество пасов. А так посмотреть их можно сейчас. Вот альфа-канал. Он показывает, где у меня прозрачная часть изображения. Зачем он нужен? Ну, в первую очередь, задний фон подкладывается. Global Illumination. Это вот освещение плюс диффуз. Освещение плюс диффуз. Диффузный фильтр отдельно. Личновато будет срабатываться. Ну и вот Light Select. Люстра, споты, бра, floor stand. Пока черный. Ну, экстра текстура. Вот она. Как видите, тенюшки подрисовываются. Ну, это как теперь все это барахло сохранить? Это в старых версиях Vray просто требовалось эпические усилия для сохранения открытия. Сейчас все сделано очень легко. Во-первых, заметьте, вот эта кнопочка сохранения, у тебя аж три режима. При ее нажатии она спрашивает, как сохранить. Одну картинку, каждую картинку в свой файл, и все картинки в один файл. Вот последний очень интересный вариант, он сохраняет так называемый слоеный EXR. Это вот 32 бита EXR со всеми слоями в одном файле уже собранных. Из минусов, главный минус, $95 США за плагин Pro EXR, чтобы в Photoshop открываться. Но смысл вручную сводить, проще тогда уж сохранить раздельно. Короче говоря, да, Photoshop не откроется. Печаль. Почему-то разработчики Photoshop игнорят EXR формат. Может, потому что он бесплатный, ну, как там, там ни было. Photoshop потом своя. Вот а это открывается при наличии платного плагина. Тогда открывается. Да, и прямо сразу все слои откроются в одном файле. Вы можете скачать этот плагин. Он бесплатно 15 дней дается, чисто попробовать. 15 дней на бесплатной версии. Да, он просто откроется в Photoshop сам собран. Один файл. Очень удобно. 95 это навсегда? Да, это навсегда. Не, ну для компании это не проблема. $95 заплатить за плагин. Просто сейчас я не буду рассматривать такой вариант. Было бы нечестно. Да.
Короче, вот наш вариант тогда, если не платить $95 жадным капиталистам, сохранить каждый слой в свой файл. Вот это вторая опция. При ее нажатии меня спрашивают, куда сохранить. Я вот выбираю диск D, какую там папку. Называю как хочу, там тест, например, или интерьер. И формат, вот это вот очень важно, TIFF 32 бита. Вы можете собрать 8-битовый JPEG, но это будет совсем другой результат. То есть, если вы эти же слои сведете 8-бит, это будет топорно и ужасно смотреться. Это, наверное, главная причина. И вот у меня на YouTube таких уроков довольно много лежит по отработке. И там везде люди мучаются именно из-за того, что они сохраняют не TIFF 32, а что-то другое. И оно срабатывает, но криво. И видно, что результат совсем куда-то ушел, не в ту степень. Я ставлю TIFF. Выбираю 32 бита с плавающей точкой. Ну, это единственный вариант, не ошибаться. Окей. И давайте посмотрим просто Photoshop. Вот в этой папке теперь у нас с вами сохранились вот они все эти картинки. Можно любую из них открыть, посмотреть. Вот, допустим, Diffuse Filter. Вот как он выглядит. Но как открыть их все? С вашего позволения, буду использовать не те файлы, которые сейчас отрендерил, а те, которые у меня отрендерили с более высоким качеством, с ранним. Чтобы открыть их все сразу, при условии, что вы их сохранили в отдельную папку, легко можете найти, вы используете не команду open, а команду scripts load files into stack. Она понимает вас так, что нужно взять все файлы, которые вы укажете, и свести их в один документ, как слои. Поэтому, в принципе, невозможно сохранить все это в одном файле. Она не то, чтобы так уж сильно мешает. Нажав Load Files into Stack, я нажимаю Browse. Да, кстати, хочу заметить, ну, сейчас, если вы не успеете записать, там, следить за моими объяснениями, этот вебинар, разумеется, будет выложен на YouTube. И вы сможете его посмотреть в записи спокойно, еще разочек, взаимодействие, проверить и посмотреть. Так вот, я беру те же самые слои. Вот я еще за depth, так называемый, дополнительно включил. Это глубина картинки. Ну, в этом случае он будет вряд ли полезен чем-то. Ну, давайте тоже откроем. Окей. Ну, как раз за depth мы видим с вами. Как видите, команда сработала. Собрала все слои. Вот они все. Сколько их? Вот это вот все слои. Но из них самое главное, это, конечно, RGB Color. Это вот результат, который собрал сам V-Ray. То есть он просуммировал все, получил такую картину. Говорит, вот, на, пользуйся. Не нравится, собирайся. Как нам собрать самим? Вот я все эти слои повыключаю. И возьму базовый простой слой. Вот какая самая базовая связка? Вот она. Lighting плюс GI. Это нам даст основное освещение и глобальный свет. Вот я возьму слой Lighting. Смотрите, вот он, да? Где там? Lighting. Обычный Lighting. Вот он. Включу его. Это вот диффуз плюс освещение. И возьму слой Global Illumination. Обычный. Вот он. И тоже включу его. Но только теперь как их просто суммировать, чтобы они объединились. Вот есть у Photoshop такое понятие, как режим. И тот режим, который вам нужен, он называется Linear Dodge. Linear Dodge, по-другому Add. Достаточно запомнить слово Add. Add переводится как сложение. Ну, это сокращение, да? Вот если я какой-то слой в режиме Add добавляю, это означает, он должен дополниться слоем, который ниже его находится. То есть, вот смотрите, без Global Illumination, с Global Illumination. Но это вот два слоя. Lighting и Global Illumination. К ним можно применять всякие команды типа экспозиции, например.
То есть я вот вижу здесь засвет нифиговый, да, вот это сразу. Я могу посмотреть, где он, этот засвет. В лайтинге? В лайтинге ничего тогда. В Global Illumination? Давайте норму включим. Нет, смотрите, в Global Illumination засвета практически нет. В нем ровная освещенность. А вот в лайтинге и правда засвет не кислый. И я могу именно к лайтингу, применить, скажем, команду экспозиция и чуть-чуть засвет снизить. Вот так вот, например, раз. Можно применить, потом локально будет только к этому участку. Но вот что плохо, когда я вот так делаю, да, у меня и диффуз снова стемнее, и освещение слабее. Ну, я немножко снижу, пожалуйста. И надо добавить еще какие слои сюда. Вот они, здесь описано. Нужно добавить спекуляр, рефлекшн, рефракшн, self-illumination. Ну-ка, давайте возьмем их все. Где они там? Спекуляр. Рефлекшн, рефракшн, вот они. Наверх тащим. Спекуляр, self-illumination, вот они, наверх тащим. Вот теперь все эти слои наверху, я их все четыре включаю. Лампочки. Все включаю в режим добавить. Ну и вот мы видим картинку собранную. Давайте я подключаю слои, по очереди включу. Refraction включает прозрачность. Reflection включает отражение. Спекуляр включает блики. А self-illumination включает самосвечение. Идея понятна? Ну, ничего особо сложного. И вот если я возьму картинку RGB-шную, RGB, я вижу, что она практически не имеет разницы с моей сборкой. Но там небольшая есть как бы, разница за счет того, что color mapping срабатывает. А тут он не срабатывает. Ну, это такое, мелочь. Что еще? Ну, есть куча дополнительных слоев, конечно, очень интересных. Сейчас мы посмотрим на действия. Но если не имется и хочется сделать вот так вот, то есть с умножением отдельных элементов, можно показать и этот вариант. То есть если бы вот эти вот четыре слоя, они в любом случае не нужны. Я имею в виду reflection, refraction, self-illumination, они постоянно будут. Я их повыключаю пока. То вот эти вот два слоя, их можно заменить более сложной сборкой, где больше контроля будет. Можно взять диффузный фильтр. Вот я его положил. Скопировать его, их два нужно будет. Ну, чтобы скопировать слой, просто сальто подвиньте его, получите какой-то слой. Теперь нужно добавить сюда слои. Во-первых, rough lighting. Вот он, rough lighting. Этот rough lighting должен быть привязан к слою, идущему после него. Вот они должны быть связаны. Rough lighting с диффузным фильтром. Как связать два слоя? Есть в Photoshop такая фишка. Достаточно с клавиши Alt щелкнуть между двумя слоями. Тогда один из слоев так немножко в бок сдвигается. Видите, он сдвинулся в бок немножечко вот этот слой. И такая стрелка появляется. Это означает, что он воздействует только на нижний слой, но другие не воздействуют. И я ставлю его вот редкий случай, не режим add. Помните, я говорил, все слои в режиме add. А здесь режим нужен какой? Multiply. Умножить. Ну, вот такие дела, да. Я ставлю multiply. И вот я вижу. Вот он получился результат. Вот у меня rough lighting умножился на диффузный цвет. Это должно быть то же самое, что и какой слой? Что и lighting. Легко проверить, смотрите. Я беру слой lighting, кладу выше и несколько раз включаю-выключаю. Но не считая того, что там есть небольшая разница по срабатыванию color mapping и без него и с ним, потому что диффу этот самый rough, он без него работает. Ну, в остальном все то же самое. Теперь эти слои я отключу, Active пускай работает. Еще один диффузный фильтр сверху положу. Вот он. И сверху его положу RAW Global Illumination. Тоже их сдвину, тоже их помножу. Вот еще одна связка слоев Global Illumination плюс диффуз. Ну и теперь его в режиме совмещения. И вот у меня совмещается вот эта вот конструкция. Вот это вот теперь у меня совместилось. Вот в Photoshop это выглядит так. Вот четыре слоя вот этих. Видно, что два слоя сдвинуты под углом. И вот у этих слоев multiply, а у этого стоит добавление.
Но это то же самое, что если мы с вами собираем обычный Global Illumination, обычный лайтинг. Когда я сейчас делаю хитрый, я возьму Global Illumination лайтинг, соединю их в группу, есть такая возможность, потому что это группа слоев. Поставлю их сверху и несколько раз включу-выключу. Вот мы видим, что это практически тот же эффект. Ну, в общем, у меня получился сейчас более долгий способ, но неважно. Вот я активировал остальные слои. Кладу сверху RGB, проверяю разницу. Практически то же самое. Ну, разница в том, что я экспозицию немножко уже ковырял. Да? Вот. Теперь можно спокойно работать со слоями, убирать засвет, если что. То есть можно найти, где там причина засвета. Это, скорее всего, вот здесь вот. Вот. Или вот здесь вот. Или вот здесь вот. И этот слой придавить совершенно спокойно. Взять ему экспозицию поменять. Вот мы сейчас видим конечную сумму, но я-то меняю экспозицию только нужного мне слоя. Его засвет отступает. Но! Есть одно серьезное но во всей этой затее. Я не могу применять множество других команд. Таких как Shadow Highlight, Curves, Levels. Ну, Levels, ладно, Levels могу, а вот Curves не могу. Брайтность, контраст не могу применять. А они были очень полезны. Ну, тот же Levels помог бы мне. Ну, сейчас я могу пытаться вот так отжать яркость, но тоже не прокатит. А кривая, я мог бы кончик кривой сдвинуть, было бы лучше намного. Как разблокировать остальные команды? Это вот известный такой достаточно трюк, но догадаться мне довольно сложно. Все вот эти команды, они активируются в режиме 8 бит. Но 8 бит нафиг не нужен, потому что 8 бит угробит всю сборку. Если вот эти слои перевести в 8 бит, там будет кошмар. Там все в шумах будет теперь свечено. Это не вариант. Можно перевести в компромиссный вариант 16 бит. Будет практически то же самое, только все команды разблокируются. Это очень круто. Идея понятна? Но как перевести? Ну вот простое, я нажимаю Boot, Image, Mode, 16 бит. Photoshop говорит, соединить слои или не надо? Ну, конечно, не надо. И смотрите, какая бяка. О-о-о-о-о. Ага, я уже поговорился, кстати. Сейчас, секундочку. На. Очень извиняюсь. Вот что получается по умолчанию. Вот заметьте, что было, что стало. То есть мы видим, что при переводе в 16 бит радикально гробится вся цветность. Это из-за того, что Photoshop при переводе пытается умножать это дело на гамму. То есть он умножает на гамму 2,2, и поэтому получается чудовищный засвет. Если вы хотите перевести 32 бита в 16 бит в Photoshop, чтобы все команды активироваться, вам придется время перевести Photoshop в линейное цветовое пространство. Это делается вот так. Вы нажимаете Edit, Color Settings, настройки цвета. Появляется вот такой диалог, скорее всего, в таком режиме укороченном. Нажимаете больше возможностей. И вот есть такое понятие рабочее пространство. Сейчас стоит sRGB цвет. sRGB это как раз встроенная гамма 2.2. Вам нужно поменять его с sRGB на кастом, то есть на произвольный. И он вас явно спросит, какая гамма нужна. Нужна линейная гамма, единица. Потому что V-Ray уже предумножил гамму. То есть V-Ray уже сохранился с нужной гаммой. Ее не надо переумножать еще раз. То есть просто гамму единичку поставьте. Еще раз. Открыли RGB профиль, выбрали Custom RGB, это самый первый вариант возможности. И поставили гамму 1. Идея понятна? Ну а теперь, да, вот такая хитрость. Все, теперь вы можете переводить в 16 бит. Я нажимаю перевод в 16 бит. Как видите, практически ничего не поменялось. Ну, немножко яркость срезалась по верхнему краю. Ничего страшного. Кстати говоря, сразу засвет благополучно подоступил. Даже на пользу пошло. И вот в 16 битах, в принципе, все то же самое. Только теперь, что мы видим? Нам доступно, вот чудо, все команды коррекции. То есть доступен Curves, доступен Brightness, Contrast. Можно уже как угодно мутить картинку. Ну и давайте вот теперь уже можно смело поработать. Например,
Я хочу поярче глобальное освещение, чтобы помягче заливало картинку. Глобальное освещение, вот у меня слой, вот так он выглядит. Есть какие варианты? Если просто его поярче сделать. То есть, ну, начиная с банальной brightness контраст, я делаю ярче не изображение, а что я делаю ярче? Глобальный свет. То есть у меня именно свет рассеивается мягче или слабее. Можно через levels, через центральную точку, вот так вот. Он еще более мягко заливает картинку, видите? Притом это я воздействую не на диффуз, а именно на глобальный свет. Можно прозрачность поменьше у него сделать, тогда будет больше диффуза из-за него вылезать. Изображение как будто проявляется, но при этом контрастность теряется очень сильно. Чтобы больше диффуза пролезло, можно еще меньше прозрачность у RAW Lighting сделать. Но вообще вот эти трюки с RAW Lighting и RAW Global Illumination, они редко идут в ход, потому что народ предпочитает уже грил более простую сборку. Тогда там так не сделать уже. Приходится менять просто лайтинг в целом. Ну, не важно. Вот я opacity снижаю, видите, больше диффуза вылезает. У того же RAW Lighting командой экспозиция я могу сделать поменьше засветов, но побольше яркости в целом. Но при этом во всех случаях контраст будет сильно страдать, поэтому не факт, что это хорошая идея. Что еще приятное? Ну вот, допустим, блики. Спекуляр слой. Вот он вот так вот выглядит. Кстати говоря, наиважнейший трюк, без которого вы просто будете постоянно гробить себе левую кнопку мышки. Тут очень много слоев, а часто бывает нужно посмотреть один из них. Запомните, Alt плюс щелчок мышки по глазику. Это означает убрать все глазики, кроме того, в котором ткнул. То есть, как я вот так быстро подглядываю нужный слой, я нажимаю по его глазику с клавиши Alt. Это означает слой оставить, остальные убрать. Но это вот слой с бликами. Есть довольно известный трюк насчет бликов. Сделать копию этого слоя, вот их теперь два, и копию этого слоя. Одна вот так выглядит. Немножко подблюрить с гаусс-блюром. Что это дает? Вокруг бликов появляется вот такое вот, ну, как говорят, гало, или сияние, или свечение. Видите, как блики теперь смотрятся? Зацените. Вот как было, вот как стало. Ну, естественно, если я верну остальную сборку, я теперь получу, что вокруг всех бликов такое вот небольшое свечение. Более того, с помощью opacity можно менять его силу. А сам бликовый слой я, пожалуй, по контрасту сделал. То же самое с self-illumination. Вот self-illumination, это вот лампочки, да, светящиеся. Могу его скопировать лишний раз, копию подблюрить. Получу свечение вокруг лампочек. Ну, это можно сейчас посмотреть. Но вы, правда, знаете, что последний V-Ray и так умеет это делать. Но это тут вариант попроще, конечно, в реализации. Вот что было, вот что стало. Это как одно время постоянно делал светящиеся зоны красиво. В принципе, неплохо получается в ночных рендерах. Вот эти вот засветочки сейчас покажу. Я часто свои работы сам собираю в Photoshop, потому что контроля дофига. И особенно это касается работ, которые ты очень долго делаешь, и потом буквально одна картинка нужна, но хорошая. Ну вот это вот, например. Видите, такое все очень мягкое получается. То есть либо освещение такое мягкое-мягкое, и везде детальки читаются. Вот естественно. ГИ-слой, он сделал светлее чуть-чуть. И видите, такие прямо светящиеся галы вокруг фонаря. Это self-illumination слой, скопированный разбирен. И поскольку вот он self-illumination вот здесь вот сделан, он размывается, получается красиво. Ну, вот, поэтому везде вот такие вот светящиеся образы прикольные. Небо, разумеется, подставлено в Photoshop. Как его подставить в Photoshop, сейчас покажу. Ну, на самом деле, это небо было практически такое в оригинале, но, тем не менее, можно предложить. Ну, кстати говоря, в интерьерах очень полезный слой – это рефлекшн вот этот. Вот. Потому что рефлекшн, он что дает? Это отражение всех. Это пол, паркет, железяки, хром. От него зависит, как все это смотрится. Потому что, если я сейчас возьму этот рефлекшн, допустим, уберу, вот все такое уныло получается. Да? Если я его, скажем, усилю, через левелс, например. Просто подвину левел вправо. Вот у меня все заблестело со страшной силой. Вот что было, вот что стало. Заметили, как металл получается, да? Ну вот, как-то вот так я сделал. Можно через кривые. Через кривые помягче срабатывать. Почему-то мне очень нравится то, что 16 бит, потому что кривые работают.
А кривые, это означает, можно делать как-то вот так вот, не затрагивая верх, не затрагивая низ. То есть вывести именно среднюю зону клеточки. Ну, с прозрачностью там все просто. Вот на прозрачность мы видим ее. Ну, что-то говорить, все прозрачные участки тоже можно контролировать. Здесь я считаю, с ними мне нечего делать особо. А вот, например, я хочу сделать больше света от брашек. Но сначала я хочу потемнее в целом. Но потемнее в целом, это называется гаишный слой, который за Global Illumination отвечает. Сделать его чуть более темным. Ну, например, через кривые. Вот я делаю гаишный слой темнее, и вот у меня освещение, именно глобальное освещение, становится слабее. Чтобы так, ну, воздуха меньше было на сцене. Да? Можно лайтинг слой делать темнее. А лайтинг слой это что у нас? Это основное освещение. Вот я основное освещение приглушил немножко. Очень уютный пол. Очень удобно то, что с кривыми можно работать. Вот я приглушил свет. Но это ради того, чтобы сделать ярче брашки. Я хочу, чтобы брашки больше внимания притягивали. У меня же есть замечательные слои, помните, Light Select, которые сохраняют свет конкретного источника. И вот у меня есть бра Light Select. Он выглядит вот так. Я его кладу поверх всех остальных слоев. И ставлю режим Add совместить. Смотрите, без него, с ним. Ну и, естественно, теперь с помощью opacity этого слоя я могу регулировать, насколько сильно эти брашки должны включиться. Вот там торшер, floor stand. Его тоже положить наверх, тоже в режим Add перевести. Вот торшер включить-выключить можно. Ну, очень клево, потому что ты заранее не всегда в максимум можешь рассчитать яркость. То есть тогда ты понижаешь немножко global illumination и lighting слой, чтобы в целом свет был более слабый, иначе получается только клоунадка не нужна. А потом добавляешь эти слои отдельно регулируешь. Вот, я думаю, спотики и так ярко светит, а это дело посветлее. Вроде неплохо получилось. Но вот есть еще этот слой с диртом. Вот он выглядит вот так. Это слой с псевдотенями. Положив его на самый верх, это редчайший случай, что класть надо в мультиплайты и в затемнение. И он затемняет своими тенюшками детальки. Видите, как бы детальки лучше прорисовываются теперь. Ну, вот посмотрите, скажем, на дальнем плане вот оконный проем. Без дирта и с диртом. Заметили? Ну, естественно, 100% нафиг не нужно, там процентов 30 поставить, 40. Вот он такие псевдотени нарисовал. Но сейчас VR-щики не парятся, они включают Ambient Occlusion, получается тот же эффект. Но Ambient Occlusion вы не уберете уже. А здесь можно крутить как хочешь, больше и больше. Такое. Этому приему 100 лет в обед, я имею в виду дирт. Так делали еще, не знаю, блин, ну 12 точно назад. Но там, правда, приходилось два раза картинку рендерить, потому что слоев не было. Приходилось рендерить все как обычно, а потом рендерить все с дирт-материалом, потом совмещать фотошоп. К счастью, не нужно такого извращения. Но вот картиночка, пожалуй, поярче я сделаю. Наверное, я подниму все-таки яркость этого слоя. Зря я так сильно понизил. Особенно вот в средней зоне. Ну, хорошо. Может, даже гаишный слой немножко верну. Для разнообразия вот так вот. Ладно. Это все. Теперь, ну, давайте вот этот слой поглядим. Что бы такое с ним сделать полезно? Ну, например, пол посветлее сделать. Благодаря вот этому хитрому слою вы можете выделять объекты по отдельности за счет масок. Вот, скажем, я говорю, а ну-ка, выдели мне через команду Select, Color Range, кстати, работает только в 16-бит, 32-бит не работает, команда это очень печально. Но мы теперь знаем, как 16-бит перевести из 32, поэтому уже проблем не будет. Вот, я спокойно пикну вот этот цвет с небольшим допуском, там где-то 8 градаций за глаза. На самом деле 0 градаций нужно работать, но после 1 градации. Ну, черт, из 2. Ладно. Да ладно. Вот, смотри, какой. Вот, спанули стол. Теперь возвращаемся к обычным слоям, где этот стол есть. А где он есть? Он есть, допустим, в диффузном цвете, вот в этом. И делаем его, допустим, потемнее. Или посветлее. Или поконтрастнее. Или оттенок добавляем какой-нибудь.
скажем, больше фиолетового или зеленого, или тепло-желтого. Ну, идея, думаю, всем понятна. Окей. Ну, насчет теней показывать особо нечего. Дурацкий слой. В том плане, что видите, что он делает. Хотя часто его добавляют люди. Ну, просто по названию угадывают, что что-то полезное, потому что тень все-таки написана. Но от него эффект вот такой. Он тени убирает. То есть, когда он 100% добавлен, тени исчезают. Срабатывает порой весьма странно. Ну, как сейчас мы можем, да, видеть, это очень печальное зрелище. Поэтому нафиг. Одна из самых простых и одновременно технических фотошопов самых сложных затей – это воспользоваться альфа-слоем или альфа-каналом. Вот такой вот очень полезный слой, который контролирует задний фон. Значит, сперва давайте загрузим еще одну картинку. Я вот open сделаю открытие картиночки. Вот такой. Сделаю ее, наверное, только темнее. Это будет задний фон. Я вставил в этот документ. И мне нужно, само собой, запихнуть ее за окно. И в этом мне поможет альфа-канал. Начнем с того, что он должен быть обратного цвета. Он должен быть не черный, а белый. То есть Photoshop, у него есть такое понятие, называется маска слоя. Маска слоя. Маска слоя как работает? Что черный убрать, то что белое ставить. То есть мы для начала этому слою делаем инверт. Опять-таки, печалька, инверт не работает в 32 видах, только в 16 видах. Инверт готов. Теперь мы должны его загнать как маску вот сюда, в этот слой. Как это сделать? Ну, одна из самых простых затей. Просто тупо выделить для начала все изображение. То есть сделать Select All. И это обычно с клавиатуры быстро нажимали. Сейчас нажму через меню специально, чтобы кто-то смог увидеть еще повторе. Уверен, есть способ проще. Это уже я, так извиняюсь, по привычке делаю. И дальше Edit Copy. И вот он скопировал в память это изображение. Теперь берем слой с картинками. И делаем ему маску слоя. Вот кнопка называется Layer Mask. Маска получается, но пустая. О, кстати, я извиняюсь, при действии другой. Сначала маску взял, уже копировать изображение. Виноват. Сначала сделать маску, при этом выделение это сбрасывается. Надо это изображение скопировать. Вот теперь уже после создания маски. Сначала маску строится. Потом взять альфа-канал, сделать Select All, Edit Copy. А вот теперь переключиться к маске. Как переключиться к маске? Надо по ней, по маске, нажать с клавиши Alt. Тогда он на нее переключается. То есть вот теперь я вижу саму маску. И сделать Edit Paste. То есть скопированное изображение вставить в маску. Вот маска теперь выглядит вот так же, как альфа-канал. И что это дает? Я выделение сниму. Вот что это дает. Теперь слой выглядит вот так. То есть маска его обрезает. Вот давайте я маску выключу и включу слой. Заметили? То есть маска просто вырезала из слоя такой кусочек. И теперь, если я остальные слои включаю, что я вижу? Я вижу за окном вот такой кусочек заднего фона. Заметили? И что еще приятно? Вот эта гермаска должна быть пожестче, она... Такое ощущение, что не до конца черный цвет обрезает. Ладно. Так вот, если у маски, давайте я верну ее отдельно вот так вот. Если у маски с изображением разорвать цепочку вот эту, то вы теперь изображение сможете двигать отдельно от маски. То есть, видите, я как бы двигаю задний фон внутри этого окна. Вот если я маску выключу, это будет выглядеть так, что двигаю фон. Но поскольку маска работает, она вырезает из фона нужный мне кусок. То есть, если я сейчас этому фону включу банальный Free Transform и сделаю его поменьше, я могу теперь выбрать, по сути, какую часть изображения я хочу за окно засунуть. Давайте включу маску назад, чтобы было хорошо видно. Видите, я его уменьшаю. И вот я могу выбрать, что зрители видят в окне.
Это, конечно, интересно делать, когда весь интерьер виден. Давайте я включу весь интерьер остальное. И снова включу трансформ. И видите, как прикольно? Я, получается, за окном двигаю картинку. Да, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Согласен. Вот. То есть, ну, понятно, что при таком подходе, получается, фон вы можете любой вкорячить. Прямо сквозь стекла, потому стекла видны. То есть в стеклах отражение сохраняется, а канал частично прозрачный дает. Ну, до того, как я его левелом угробил, конечно. Вот. Теперь я могу вот так уменьшить, увеличить, подобрать конкретно там, чтобы водичка была видна в озере. Кусочек неба. Ну и, само собой, я могу применять команду типа brightness contrast для того, чтобы сделать потемнее, там, посветлее. Ну и финальный результат. Что мы с ним должны сделать, чтобы показать его зрителю в виде RGB-картинки? Обычного JPEG, по сути. Мы должны привести все это к 8-битам, чтобы сохранять свой JPEG. Я нажимаю Image Mode 8-бит. Вот тут слои надо будет соединить. В 8-битах эти слои собираться не будут. То есть, если вы прикажете 8-бит перевести с сохранением слоев, смотрите, какая дрянь. Я не поленюсь отменить, снова нажать. Вот что было. Видите, гладкий материал. Вот что стало. Сразу появляется куча шума. Возможно, на проекторе это не очень видно. В общем, сборка в 8-битах работать нормально уже не будет. Поэтому вам придется что сделать? Взять все сборочные слои вот эти вот. И соединить их между собой. Ну, вот альфа-канал не обязательно, вот основные слои обязательно. То есть сделать лейер. Я обычно на клавиатуре нажимаю Ctrl-E. А так вообще эта команда называется Merge Layers. Вот они все соединились. И вот теперь уже можете переводить по сути. Идея понятна? При переводе из 16.8 не появляется диалог тоновой коррекции с ползуночком. Однако есть еще другой вариант. Вы можете использовать Image Adjust HDR Toning. Это автоматически сведет все слои, и при этом еще у вас появится диалог доработки. То есть можете еще дополнительную экспозицию гамму подкрутить. Ну, то, что я вам показывал в самом начале. Но это автоматически все слои угробит. Включая те, которые, вообще говоря, гробит не стоило. Ну, да, у меня понял. Итак, вот я свел слои. Все, кроме тех, которые не страшно перевод 8 бит. Эти слои мне не нужны. Я их уберу. Это тоже. Вот, переведу все 8 бит. Как видите, задний фон сохранил возможность двигаться за окном. Его я как раз не соединил, потому что ему как раз пофигу перевод. Альфа-канал на всякий случай оставил. На всякий случай оставил маски и оставил глубину. Кстати, нафига нужна глубина? Ну, с ее помощью можно выполнять всякие трюки. Типа, например, сделать Select Color Range так, чтобы он от черного к белому захватывал. И потом основной слой, ну, допустим, заблюрить. Гауссиан блюр. Но это скорее экстерьерщик так делает. Такой фальшивый блюр дальнего плана получается как будто эффект глубины резкости. То есть, видите, при повышении радиуса именно дальний план размывается, в то время как передний план остается четким. Вот так получается. Вот верну обратно. Можно было иначе выделять именно с белого начать. То есть вот так. Будет еще лучше выделение. Сейчас. Select Color Range. От белого до черного, а потом инвертировать его. Но еще мягче. Фильтр, блюр, гауссиан. И вот мы так начинаем размывать дальний план. И дальний план получается размыть, передний план получается четкий. Ну и наоборот. Ну, конечно, нормальный эффект глубины резкости, откровенно говоря, лучше срабатывает. Хотя в экстерьерных рендерах под блюрит лес очень великий, получается очень даже неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, все, вот на этом мы заканчиваем. То есть теперь можно делать сейвас, сохранять обычный JPEG и работать с ним. Ну, в смысле, там, посылать его заказчику почту. Это уже 8 бит, это обычный цвет. То есть, ну, если сделать конечный вывод из того, что я сегодня показал, да, есть два способа, которые могут облегчить вам жизнь.
Способ первый. Если вам не хочется возиться вот с этими слоями, не хочется ковыряться долго в постобработке, но хочется какой-то быстрый, интересный результат, почувствовать что-то новое в ваших возможностях, попробуйте для начала просто сохранить ваш рендер. Один слой, не создавая дополнительных слоев. В формате TIFF 32 бита. И открыть его в Photoshop. И потребовать Photoshop перевести 8 бит. У вас сразу появится диалог HDR тонинга, где можно будет выбирать засветы, регулировать отдельные участки. Ну, почувствуете некоторые возможности, которых вам даже верить последний не дает. Хотя последний верить, да, неплохо. Уже научился и сам все это делать. Вот. Ну, а если вы хотите попробовать полную сборку, добавляете элементы, хитрый план, вот он, два варианта. Ну, попробуйте первый сначала, более простой. Добавьте базовые элементы, рендерните, соберите Photoshop, посмотрите, что выходит. Если интересно, на моем канале в YouTube есть очень похожие упражнения, то, что я сейчас вам показал, только с экстерьером, там домик. Домик и тоже сборка слоев, визуализация. Ну, там чуть-чуть более старая версия Max Overlay, двухлетней давности. Однако все так же примерно работает. С интерьером мы сейчас посмотрим. На этом, с вашего позволения, я буду заканчивать свою часть в виде выступления непосредственно. И с радостью выслушаю ваши вопросы. Однако у меня еще одна просьба. Притом просьба это сейчас у меня именно к нашим уважаемым вебинаристам. Дорогие друзья, я попрошу вас ответить на вопросы небольшого теста. Вот сейчас я его запущу. Секундочку. Немножко подглюкивает эту систему. Ах ты ж. Тест запущен. Я потихонечку вижу, как они выйдут ответы. Скоро я посмотрю результат. Мне он очень любопытен. Да. Любые ваши вопросы слышу. По поводу версии, вот ОВРЭ, которая здесь специалисты на данных, насколько критично у нее самый последний, я вообще не скажу, какую минимальную? Ну, зависит еще от того, какую версию Макс вы собираетесь использовать. Пятнашку? Ну, пятнашка без разницы, но в 16-й версии нужно уже 3.20. Но сейчас мы читаем V-Ray по 3.20, насколько я помню, он уже стоит здесь. Вот. Это очень, может, это последняя версия. Да, и, ну, если вы пишете, что у вас все было дома так же, как и в классе, то, естественно, желательно 3.20 версия. Потому что там много нововведений приятных и новый тип материалов металлических, так называемые GGX-шейдеры. Который очень красивый металл рисует. Там подверсию, там так. Нет, как раз 3.20 это и есть подверсия. А именно там дальше 2. Они все одни и те же будут, не берите в голову. Там все всегда будет одно и то же. Эти подверсии, они. Есть только одна подверсия для каждого. Да, клей, да, да, да. 3.2 вам нужно верить. Вот. Ну или более старше, если будет. Хотя это не критично. Вот. Потому что появилось очень много мелких нововведений, но приятных. И начиная с материалов и заканчивая постобработкой. Вам, конечно, будет приятно иметь дело со свежей версией. В 3.20, например, мне очень понравилось. Несколько новых настроек в Lightcache появилось. Потом просто настройки по умолчанию куда разумнее стоят. Намного лучше, чем раньше. Появились подсказки для всех настроек, где V-Ray хорошо объясняет, в чем смысл той или иной настройки. Да, более того, там даже в некоторых случаях приводят некоторые разумные рамки, которые стоит устанавливаться. Но это, правда, они сделали пока только для диалога рендеринга, то есть вот здесь вот это все работает. Когда вот мы заходим, допустим, в настройку Light Cache, для многих пользователей раньше было полнейшей загадкой, что такое фильтр, что такое префильтр, что такое фильтр size, что такое, например, ну, Leak Preventive, это новая настройка, вот Retrace, старт настройка. Как видите, сейчас появляется подсказка, которая подробно объясняет, что эта настройка делает, а также указывают некие стандартные величины, которые стоит поставить, чтобы все работало предсказуемо хорошо. Вот это, конечно, очень большой шаг вперед. Вот, вообще говоря, вот по последнему V-Ray, да, очень, очень приятное нововведение. И то, что V-Ray RT Light Cache поддерживает, это тоже очень хорошо. И то, что появилась настройка отсечки засветов, сразу же срабатывающая, тоже отличный момент. Ну, вот, ну то, что я вам показывал сегодня, кстати. Вот. Поэтому видно, что разработчики V-Ray совершенствуют, и скорость рендера возросла, и очень сильно возросла скорость рендеринга, скажем, V-Ray 4, потому что появилась поддержка MVRI для волос, то есть те расчеты идут аппаратно, мех,
и те же самые X3R с травой просчитываются намного быстрее. То есть примерно втрое быстрее трава считается теперь. Это существенно для X3R-шек. Вот, так что это, ну, существенные, действительно существенные правки. Вот, очень, ну, я пока не пробовал, но народ уже отзывается, говорит, да, действительно, правда, все так и есть. Стабильнее и предсказуемее стала работать сетевая визуализация. Если у тебя есть несколько компьютеров, вот, ты можешь запускать рендер через сеть. Более того, теперь компы могут на ходу отключаться, подключаться. Потому что если до этого комп, не дай бог, отрубился во время рендера, то ты получал очень неприятный результат и, по сути, терял картинку. То есть сейчас это не проблема. Более того, ты можешь подключить еще несколько компов, они подцепятся. Поэтому тут, ну, видно, что работа ведется. Вот, и Ray остается одним из самых лучших систем визуализации. Итак, дорогие друзья, ну что же, если вопросов у нас нету, вот, если есть вопросы на вебинаре, я на них с удовольствием отвечу, вот, открыл чатик и даже размьютил микрофон. Ну, пока еще не размьютил, но сейчас я это сделаю. Как только найду где-то, кнопочка у меня куда-то наделась. А вот все, нашел. Вот, поэтому, если какие-то вопросы имеются, вот, самое время их задать. Всем, уважаемые друзья, спасибо за внимание. Пожалуйста, пожалуйста.